Как я ему врезал! Один из стражников, помещенных в карантин, напал на ординарца и другого охранника. К сожалению, его пришлось застрелить. Тазер не оказал на него никакого действия. Я сейчас провожу первичное вскрытие. Похоже, мои подозрения подтвердились. Его мозг демонстрирует все признаки губчатой энцефалопатии. Но это невероятно. Обычно с момента заражения Куру до такой степени разрушение мозга проходит многие годы. Похоже, инкубационный период в данном случае заметно сократился. Сейчас я осматриваю мозжечок. Налицо значительная вакуализация. О боже, он жив! Но как такое возможно? Он же был мертв. Он не подавал никаких признаков жизни. Господи Иисусе! Охрана! Охрана! Это поможет, Эм. Держись, дорогая. Прошу тебя.